26 апреля в Москве состоялся 6-й съезд политической организации «Партия Возрождения России». ПВР была учреждена в 2002 году председателем Государственной думы 2-го и 3-го созыва Геннадием Селезневым. После внезапной кончины лидера ее возглавил российский ученый Игорь Ашурбели, создатель воздушного щита России. В ходе съезда председатель Центрального совета ПВР отчитался о деятельности организации за 2017-2018 года и обозначил основные цели и задачи, стоящие перед политической организацией. В прошлом году, выполняя требования закона о политических партиях, который обязывает каждую политическую партию в течение 7 лет с момента государственной регистрации участвовать в различных видах выборах, мы выбрали вариант участия в выборах в субъектах местного самоуправления. Закон обязывал нас принять участие в более чем половине субъектов Российской Федерации, то есть 43. Эту задачу мы полностью выполнили. Спасибо всем, принявшим участие в этих выборах. Отдельно отмечу победу на выборах главы города Якутска Сардана Арсентьевой, выдвинутой нашей партией. Внимательно следим за ее работой и рады результатам. В этом году представители левоцентристской партии будут бороться за места в Московскую городскую думу, в Народное собрание Карачаева-Черкесии, в Государственное собрание Республики Алтай. Руководит избирательной кампанией регионального отделения в КЧР Рустам Джанкезов. Всех нас спрашивают, какая у вас идеология, с какими вы именно задачи, какие у вас. Вы идете, вы, наверное, там будете шуметь, раскачивать лодку. Нет. Мы не идем никого не критиковать, не идем. Мы идем с предложениями. Нам интересно, насколько власть выполняет указы нашего президента. Ну и, само собой, нас интересуют те проблемы, которые на сегодняшний день, то есть, создались законодательством Карачаева-Черкесии. Их надо регулировать и регулировать под федеральные законы. Мы чистая, незапятнанная партия, которая пойдет с чистыми помыслами к населению. Я думаю, что пришло время возрождения. 8 сентября в республике будут замещены 267 мандатов, сформированы представительные органы 9 районов и 6 сельских поселений. Карачаево-Черкесское региональное отделение партии Возрождения будет участвовать во всех избирательных кампаниях. Напомним, что выборы в законодательный орган республики проходят по пропорциональной системе. Все кандидаты в депутаты должны быть выдвиженцами той или иной партии. И на выборы идут по партийному списку. Все эти годы с первой регистрации партии Возрождения России Джанкезов Рустам Таусултанович был близок к руководству партии. Был активен, был находчив, всегда, так сказать, занимался популяризацией партии и ее знамени в Карачаево-Черкесии. Он собрал хорошую и сильную команду в этом году. Мы реально надеемся на его победу.